меня застали у нас, по-моему. Ничего, прогуляетесь. У нас тут не было во что переодеться, я тоже приеду. Называется это село Правый Саги, да? Это церквушка, да, маленькая? Да. Симпатичная. Знаете, с кем я вас познакомилась на прошлой неделе? Заехала так, постояла у гороши, плиточки, но никто не вышел. А мне тогда кричать на ютубе, я же понимаю, время обеденное. Воскресенье тоже было, да? Да? Ну вот это отец сейчас на стадионе, а мамка, наверное, отдыхает, потому что... Ну я не кричала, я тихонько постояла, потом подошла к гнездуш, вот, и как раз двери там два...